Приветствую всех на своем канале. Сегодня покажу, как приготовить быстро, очень уловистую насадку на карася и другую белую рыбу. Для этого нам понадобится хлеб, у меня вот такой вот кусочек, и емкость с водой. Ну или просто можете из бутылки немного добавить воды, без разницы. Просто нужно немного увлажнить хлеб. Так, хлеб взял воду. Воду отжимаем. Полностью давим сильно. И вот такими действиями начинаем хлеб разминать. Когда уже более-менее размяли хлеб, и у нас из него получается комок, на этом этапе, смотрите, нам нужно добавить мед. Мед у меня вот такой, самый обычный, простой. Добавляем его, вот делаем воронку и добавляем сюда немного меда. Я прям вот так вот добавлю. Вот смотрите, все, достаточно. Теперь берем этот хлеб с медом и начинаем этот мед также размешиваем, вминать наш хлеб. Смотрите, мед у меня в этот раз достаточно жидкий, поэтому он начал растекаться у меня в руке. Но тем не менее, это показатель как раз таки. Вот я начал разминать, и весь мед у меня оказался вот здесь, в нашем тесте. Это очень хороший показатель, то что весь мед питался в нашу насадку. Итак, плюсы этой насадки в том, что очень долго будет расходиться под водой запах, будет очень хорошо привлекать карася к нашей насадке, и, соответственно, у нас будут поклевки. Карась очень любит мед. Также на эту насадку ловится другая белая рыба, плотва, вобла. Все наглядно показал для вас. Пробуйте вы приготовить эту насадку по моему рецепту. Получается очень уловистая, быстрая, экономная. Всем спасибо за просмотр, лайк, подписку на канал. До скорых встреч, увидимся.